Здравствуйте, компания Прогрессавто, имени трактор Шабура D20F. Такого достаточно мощный трехцилиндровый тракторчик к нам приехал. Полный привод. К сожалению, чуть рассохшаяся передняя резина. Но по задней зато все отлично. Такое вот состояние. Все достаточно целенькое. По навесному здесь должна быть трехточка. Соответственно, все крепления под нее есть. Но, к сожалению, пришла она без комплектной как раз навески. Поэтому, как есть, так и продаем. Дополнительно ничего вешаться на нее не будет. Задние шины, опять же, видим, что состояние достаточно хорошее. 11,2 на 24 размерность. Передние, аналогично правой стороне, есть небольшие растрески. Ничего страшного в этом нет. D23F, напомню, Шибаура у нас. По коробке передач. Раздатка, включаем полный привод, вал отбора мощности. Все здесь. Реверс. И основная коробка переключения передач, 4 передачи здесь. Соответственно, у нас здесь 3 раздаточных ряда. Плюс 4 передачи так, соответственно, 12 передач вперед, 12 назад, 24 передачи в общем. По навесному устройству все регулировки, как обычно, на шибурах справа. Поэтому так вот все это здесь расположено. Очень удобно заходить, так как есть ступенечка. Прямо так и заходите и садитесь. Все очень удобно. Свечи греются в обратную сторону. По запуску все, я думаю, максимально просто. 1035 моточасов у нас здесь наработки. Вот, собственно, весь запуск. Опять же, никакого выхлопа постороннего. Прочих намеканий нет. Немного посвистывает ремень, который нужно натянуть, очевидно, потому что он растянулся из Японии. Ну, ничего страшного в этом опять же нет. Руль крутится на одном месте, одной рукой. Максимально легко, так как гидроусилитель руля у нас здесь присутствует. Вот такой вот тракторочек, незамысловатый с одной стороны, но с другой стороны оснащен всеми вообще необходимыми функциями, в том числе реверсом, гидроусилителем руля и гидрорегулировками навесного оборудования. Поэтому, наклона навесного оборудования имею в виду. Поэтому, такой вот тракторок Шибаура. Приезжайте в компанию Прогрессавто, будем рады вас видеть. Одной рукой абсолютно спокойненько можно с ним управляться. Всего доброго. Прогрессавто.